дом. Вон вдалеке, видите, в середине развешанные ленточки. Это в честь святого Георгия Мандилакаса. У нас каждый год в его праздник вешают там ленточки. Священные сосуды облачения, прекрасная сшитая плащаница. В конце 19 века монастырь поселили 31 монахов. В 1960 году он почти опустел. В 1961 году он был преобразован в женский монастырь и сегодня процветает. Монастырь ведет большую просветительную работу в области возрождения византийской музыки и проводит обучение в области иконографии. В монастыре хранятся мощи святого Харалампия, а также имеется храм святого Стефана. Фрески сделаны. Fost împărat al Epirului, cunoscut ca Ioan al VII-lea Paleologos. Зачем мы все одинаково снимаем эти? Я потом все абсолютно. Deci vă spuneam că a fost primul ctitor a fost Iosaf, devenit călugăr și stareț aici. Sfântul Atanasie Meteoritul era ctitor din Neopatra, era cel mai important oraș al vremii Tesalia. Studiat la Thessalonic și la Constantinopol, a intrat de tânăr în elitele bisericești, ajungând întâi în Creta, apoi la Muntele Azos. De aici a plecat la meteore, a ajuns la stânci, el a adunat pustnici, după cum vă spuneam, o legendă din zona spune... Ремник святого Афанасия. Иоасов считается вторым основателем. В 1373 году он оставил престол и поселился в Метеоры. Он помог в постройке монастыря и собрал много даров, среди которых дары сестры Иоасова, образ Марии и образ Николая. Монастырь разделен, как и все наши православные церкви. Dar cel mai bine o să vedem la întoarcere. Am să vă rog pe scări să nu facem fotografii, vom face la întoarcere pentru că ne așteaptă ghida și e bine să nu întârziem acolo. Ajuns la stânci, el a adunat pustnicii, după cum vă spuneam. O legendă din zonă spune că Atanasie a ajuns pe Platilitos, platoul stâncii așa, 613 metri față de nivelul mării, ridicat pe aripile unui vultur. Adună materiale în decursul multor ani și începând din 1381 ridică Biserica Teotocos, adică Maica Domnului. Biserica ce mai târziu, după modificări, se numește al doilea hram. Șoferul vă roagă să nu vă ridicați de pe locuri, este timp să facem fotografii. La bază se vede ca în bancă, da? Итак, впереди у нас, перед нами, монастырь святого Стефана. Это женский монастырь, который мы сейчас посетим. Так что, всем четверым ставишь, что ли, будешь? Ну, спускаемся.
подальше от людей, поближе к Богу. Подснять еще видео. Ой, как тут страшно, боже мой, даже страшно держать фотоаппарат. Так, сейчас продукты направляют, грузы. Построили канатную дорогу. Раньше в люльке поднимали и людей, инвалиды, которые не могут подняться. Вот это такая дорога. Вот. А мы поднимаемся по этой лестнице. Поднимались. Большие метеоры. Будем сейчас остаться и подниматься к пустыню 240 ступеней. Так, если вот сейчас мы развернемся, смотрите, пожалуйста. Fața noastră și va fi la un moment dat pe partea dreaptă, se văd ruinele unei mănăstiri vechi, se pare că ar fi mănăstirea Sfântului Duh. Я думаю, все видите, повернулись налево, смотрим скалу, вон далеке, видите, в середине развешанные ленточки. Это в честь святого Георгия Мандилакаса, у нас каждый год его праздник вешают. Там ленточки. Vedem și peștera Sfântului Gheorghe Mandila. V-am spus povestea. Uitați-vă cam cât era de greu să meargă și și se vede tot în fața noastră și degetul lui Dumnezeu, dacă îl vedeți. Как заходим, с левой стороны маленькое такое кафе, и если кто хочет кофе попить, можете попить кофе. С правой стороны по ступенькам.